Да, конечно, мимика и мимика здесь не познают. Это не нужно понять. Я даже не было времени, но я... Должно быть неплохо. Это говядина, но это не просто говядина, а это шам. Оно очень мягкое становится. Оно должно таять во рту. Друзья, это тот момент, когда начинаешь жалеть, что... Нет, это другой момент. Когда начинаешь жалеть, что вот современная аппаратура не передает запахи. Потому что если бы вы могли еще почувствовать запахи, вы могли бы тогда с полной ответственностью сказать, что вы мысленно с нами. А так вы только визуально. Тогда бы смогли сказать, что чувственно с нами. Вот. Да. Как только мысленно. У нас на канале многие зрители. Можно назвать их чувственными. Воду кому-то нужно. Так, стаканчики спасибо. Надо снять, потому что... Так, Света, расскажи про этот хлебушек. Что-нибудь есть у тебя сказать? Хлебушек из костка. Я так. Искала другой. Но да. Его почему-то здесь не сделать. Он не с изюмом, он с клюквой и с орехами. Ой. Вот, но это был second choice, но все равно он хороший. А почему тебе по-русски не говорить? Что такое за проблема? Я по-русски нет такого. Второй выбор. Как тебе сказать? Ну да, тяжело. Тяжело с этим. Вообще тоже у нас будет больше всего, потому что оно основа для того, чтобы не было сильного действия от вот этих остальных масляных сильными. То есть для разных нужд вот эти распыленные масла, они разные. Для лица вот это лучше же будет. Вот если массажное масло, то это может быть алмондовое или коконатовое. На коконат тоже не пробуется любовь, потому что вы знаете, что кокосовое масло, оно густое. Да. Вот есть специальное масло, оно как называется? Дилютед. Ты же кокосовое вот у меня есть, я его использую для силы, его так растапливаешь в руках. Оно уже есть дилютед. Дилютед, оно уже в растворимом виде, оно не замерзает при комнатной температуре. Вот. И это самое. Очень хорошо. Ну, все растворит. А вот Миша снимает, потому что наши телезрители просто они закидали нас письмами, ну покажите хотя бы этот рецепт. Ну вот поскольку этот рецепт я делаю уже. Сегодня... А зачем же вы все секреты раскрываете? Ну, дело в том, что. Могли бы продать, кстати, потом. Не, но он уже на интернете нашла его. Что же, просто им искать нужно будет. В принципе, это все доступно сегодня. Ну не у всех есть время все это искать. Ну, конечно, но нужда заставляет, да? Вот что ты ищешь? Вот, например, кто-то бы просто, например, уже бы предпочел готовый продукт. Ну, я не буду делать вот так вот пипетками набирать и готовый продукт продавать. Это ерунда какая-то вообще. Это нужно поточное производство. Но на самом деле дело в том, что в фармацевтической, в парфюмерном производстве много всякого, но они туда еще много всякого добавляют, а здесь просто чистые масла и все. А они в этих маслах ничего не добавили? Нет, это очень, это фармацевтического качества эфирные масла. Еще написано, кстати, избегать контакта с глазами. Ну, мы же не в глаз это делаем. Это же крем для глаз, крем для глаз в глаза. Там тоже написано. Да, там тоже на самом деле написано. Это же не для глаз. Это на самом деле написано омолаживающий серум. Да? Называйте это так. А я на самом деле, когда им пользуюсь, вот я поняла, что масла недостаточно, да? Я пользуюсь какими-то кремами. И потом, когда уже... Это масло впитывается моментально. То есть вот его нанес, оно через минуту впиталось. И я поверх этого масла делаю обычно крем для глаз. Ага, то есть вы как усилитель его используете. Да, да. Но эффект, в особенности, когда уже постоянно пользуешься, конечно, эффект, естественно, меньше виден. Вот. А когда в самом начале, то очень... Ой, как мобильно. Вот, в самом начале очень сильный эффект. Значит, вот мы взяли вот этот джоджоба ойл. Следующий у нас... Это гранатовое масло, например, гранат, из косточек граната. Так, мне бы салфеточку, Миша, дашь мне салфеточку? А давай сюда вам дам салфеточку. Давайте. Сейчас. Вот там падает. Это микрофон. Конечно.
тишина. Мы все замерли, в ожидании чуда. Вообще мы что делаем обычно, да, поскольку женщины, как правило, бывают накрашены, то для того, чтобы проверить, мы этим делом мужчин надо. Ну, это же все проверить. То есть у вас муж подобный кролик? Нет, муж у меня, он с удовольствием это делает, теперь каждый день я его приучаю. Я продукт. А ну, куда деваться-то? Он такой рассеянный, что он забывает это все. Так, следующий у нас идет... Не, розовый сам последний. Угу. Так, следующий у нас идет Франкензио. Ну, какой? Вот, Франкензи? Да. А что это? Франкензи. На самом деле, что это? Большой секрет. Потому что вот оно существует как масло, но это не масло какого-то растения, а это некоторая комбинация каких-то масел, которые известны под таким именем. Что это такое, я не знаю сама. Эту бутылочку я уже использовала, но купила уже следующую. Ну и вот теперь уже розовое масло. Это последнее. Да, это то, что дает вот такой шар. Совершенно потрясающий запах розы. А вот не то, что есть такая. Хорошо бы проэкспериментировать. Тут хорошо копается. Угу. Ну, легко считать. Франкензи? Это розовое масло. О, розовое масло. Так, ну, собственно, вот и все. А лаванда была? Была. А как же? Угу. Так, значит, мы не хотим крышечки мешать, да? Я не хочу. А кто хочет это самое, другие крышечки? Вот у нас еще есть варианты. Например, красная. Подожди, шариком-то закрыла? А, нет, конечно. О, ты что, что это? Ох, хотела заболтать сейчас. Молодец, спасибо. Угу. Самое знаю. Же главное шариком. Так. Это моя крышечка. Сори. Я слежу. Сори. А я цветовой гаммой. Мне наоборот нравится. Теперь нужно взболтать и можно пользоваться. Так, шарики. Ну, это почти как шейкер в баре. Так, а все остальные хотят шапочки перемешивать или нет? А вот все остальные уже куда-то... А смысл в чем? Что-то красивое было. Вот у меня уже одна перепутанная шапочка. Можно сюда поставить серебряную, можно поставить вот такую. Если любите одинаковые, а эти уже поменяны. В чем разница? Да, ни в чем. Ну, как же, это эстетическое. Же эстетические. Да. Вы видите, друзья, как Светлана колдует над эфирными маслами. Значит, так да. Попробовать надо, это помазать. Успех Светиного рецепта эфирных масел абсолютно гарантирован тем, что у Лизы нет морщин у глаз. Поэтому ее можно помазать, и морщин не будет. Вот, так что. А, на руку, в смысле? Но, друзья, могу сказать, что я лично, когда вы на меня смотрите, говорите, вообще, как хорошо выглядит наш блогер. Вот, значит, это... Да, вот ты сегодня спасибо. Немножко обгорел. Вообще. Я немножко обгорел, да. Вот, так это все от светиных масел. Вот она у меня намазала, плюс я еще обгорел. Вот, и в итоге получается... Хорошая штука, она еще пахнет тоже. С утра так ее так раз, намазал, пошел. Нет, вам, вот. Если не для кадра, пожалуйста. Ну, естественно, нет, на самом деле, когда я еду в машине и рассказываю что-то, если камера на меня направлена, вы видите объект, подверженный воздействию эфирных масел. И оно прямо исправлено. Вот. Но это недолго, так вот, в случае аромат недолго действует, но может быть там часок. Часок. Да, да. Вот да. Спасибо.
Лизочка, у тебя нет морщин. Зачем тебе это, девочка моя? Есть, что? Ну, знаете как, это не может повредить, это натуральное масло. Зато будет хорошо пахнуть. Оно будет хорошо пахнуть, оно впитывается. Остатки, вот если, например, вот так вот я разглаживаю, да, потом остатки вот так мажу на руки, чтобы оно... Могу сказать, что у нас на канале «Голос Силиконовой долины». Очень много вопросов, говорят, Света, покажите, как вы это делаете. Вот они уже где-то, ну, где-то видели это все. Вот. Мы на Новый год им рассказывали, я даже зачитала состав. Но им нужно было, чтобы показали, как капать, потому что мало ли куда там капнешь.